Мына ушундай оюнду биз күткөнбүз. Адаттагыдай эле. Өзүнүн стилине салып, эки оюнчуну алдап өттү дагы. Жакынкы бурчка жер менен топту тоголотуп койду. Гүлжигит Алыкулов делает счет 2-0. И, конечно, он умеет с левого края пробиваться в штрафную. И в встрече с Монголией тоже у него были великолепные проходы. И счет уже 2-0. Вот тут, наверное, теперь уже можно спокойнее играть. 2-0 – это вполне себе хороший счет. А будь мы в оптимальном составе, мы бы могли показать еще лучшую игру. Но 2-0 – это очень-очень даже хорошо. Ну, именно для нас.